В довесок к уже отгремевшим мероприятиям на День защиты детей в преддверии собственного юбилея картонно-бумажный комбинат имени Сергея Павловича Титова сегодня устроил настоящий праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья, подопечных детского ордена милосердия, работающего при ГЦДТ. Вместе с детьми проводим вот такой вот класс, мастер-класс профессионалам. Это песочная анимация. Самое главное, детям нравится. Самое главное, что мы им приносим радость. Ну, а гости приехали к нам сюда со своими подарками. Гости, а это представители зарубежных партнеров комбината из Австрии, Швейцарии, Германии, Швеции и Италии, не только вручили ребятам подарки, но и охотно составили им компанию на устроенном тут же чаепитии, а еще вместе с ними учились рисовать. В завершение встречи они признались, что рады были такой возможности и получили от этого визита только положительные эмоции. Дети – это наше будущее. Они будут продолжать наше дело. Если мы сегодня что-то можем сделать для них, это здорово.